Егор, матч против Торпедо Белас оказался одним из самых эмоциональных у нас за последнее время. Какие твои собственные впечатления от прошедшей игры? Ну, только положительные. Мы очень хотели победить в этой игре. Нужны были 3 очка, так как забрались в верхнюю часть таблицы и как бы боремся за тройку. Вот. И все ребята хотели добиться положительного результата. И дай бог, что так все получилось. Конечно, положительные, только эмоции положительные, потому что приятно всегда побеждать на последних минутах. И тем более это очень важные 3 очка. Плюс, по-моему, мы прервали какую-то серию. Очень долго не побеждали в Жодино. Ну и здорово победить там. Рад вернуться и очень рад, что получилось помочь выиграть эту игру. Ну, это эмоции просто выхлестнул, то, что забили на 92-й минуте и уже как бы упускать эту победу. Очень радостно было на душе, и то, что помог команде, как бы выручил, отбил пенальти, и ребята отблагодарили победным голом. Я наоборот ребятам все сказал: спокойно возвращайтесь, отдышитесь. На хороших эмоциях проводим эту неделю, готовимся к Витебску. Тренерский штаб подводит нас. Все ребята эмоционально заряжены только на победу. Витебск очень хорошо обороняется, у них налажена структура в обороне, поэтому будем, ну, мы знаем, наверное, как их взламывать, будем стараться взломать их оборону, потому что очень хорошо Витебск обороняется, вот. Ну, пока что игра. Пример. 99 минус 98. Ребят, не думаем. Где 1, где 2? Пошли, готовы? 2 минус 1. Есть. А где 1, где 2? Да, 2. 1, 2. 1, 2. 2, 2, 2. Не надо так быстро чистить. 5 минус 3. 5 минус 3. 1. Работаем, ребята. 3 минус 2. Так, а где маленький наш? Леонидович, непонятно, давай еще, Леонид. Я понимаю. Еще. Ну давай быстро. Давай. Не знаю ничего, Динго. Давай, Тёма, давай быстрее. Смотри, бык правильно делает. Давай, я бы. Женя, провалилась спина, видишь? Упал на землю и словил только мяч. Давай, Климыч!